Снимаем генератор. Гайку я вот эту открутил сзади, она на 12. Спереди открутил болт на 14. Сейчас мы берем генератор, отводим. А мы шпильку сзади тоже открутим. Тогда генератор мы полностью снимать не будем, мы его на верхнем креплении отведем в сторону. А нет, нам придется генератор полностью снять. У нас под генератором проходит трубка на смазку, на клапанную, ну, на масляный канал, на клапанную крышку. Поэтому нам придется генератор снимать полностью. Так, сейчас мы снимаем вот этот кронштейн. Здесь у нас 5 болтов, головка на 14. Мне как-то кто-то задавал вопрос, где находится датчик положения коленвала на этих двигателях. Сейчас снимем кронштейн, и вы его увидите. Вот он, датчик положения коленвала. Ну все, здесь мы снизу разобрали. Теперь берем, опускаем автомобиль. А, мы можем еще шкив коленвала открутить. Опускаем автомобиль и снимаем сверху клапанную крышку. Открутил я штуцер только сверху. Вытаскиваем его. Здесь у нас есть шайба, есть у нас фильтр. Вот фильтр. Заодно их промоем, продуем. Все, можно пробовать снимать клапанную крышку по периметру. Я ее открутил. Сейчас посмотрим, все, не все. Thank you.
Так, ну что, откручиваем по периметру крышку. Здесь много болтов. И после этого сможем мы уже ее снять. Вроде бы как все открутил. Пробуем отрывать. Вот мы и добрались до наших цепей. Теперь мы выставляем верхнюю мертвую точку, проверяем метки, находим метки и снимаем цепи. Выставил я верхнюю мертвую точку. Первого цилиндра выкрутил свечку, чтобы проверить. Также выставил метки. Вот у нас зуб на крышке. И вот у нас вот такая метка на шестерне. Здесь получается как бы полоска вдоль цепи и меточка. Это вот у нас на впускном распредвале. На выпускном распредвале здесь вот одинарная зарубка вот такая. Зуб. Также он сходится, ну вот если под этим углом смотреть, на метку. Но так как у нас цепь потянута, а это заметно, у нас где-то миллиметра на два зуб не подходит на метку относительно вот этой. Также и здесь у нас, вот он, отлив на крышке. Но здесь уже метка другая. Здесь ромбовидная метка. Вот такая вот. Здесь у нас двойная зарубка. Двойная зарубка также на отлив на крышке. Если смотреть по датчикам, у нас вот эти концы на датчике подходят. Если поставить крышку, у нас датчики как раз будут в этих местах. Сейчас мы натягиваем натяжитель наш, флажок вот этот мы поднимаем и надавливаем его, фиксируем штырьком, а когда установим, мы уже этот штырек расфиксируем. Здесь нам надо маленько шестерню вперед довернуть без особого усилия, чтобы она у нас не уперлась в цилиндр. Здесь у нас свободно остается пока. Здесь я чуть вперед провернул. Держим, чтобы цепь снять. Вот он. Пропил у нас на этой шестерне, который позволяет снять цепь с шестерни. А здесь он сходится. Вот он. Она легко уходит. Когда мы будем новую цепь ставить, мы ключом натянем. Но надо делать это аккуратно. Также метка, которая на коленвале. Вот она точка.
она параллельно шпонке и идет вот на этот отлив, вот на эту длинную прямую. Это мертвая точка первого цилиндра. Ну, получается, первого и четвертого. Сейчас чистим старый герметик весь и меняем цепи распредвалов. Сделал я следующее. Я открутил оба ваноса. И этот я открутил. Номер новой цепи 13507-31020. Вторая точно такая же. Сейчас будем устанавливать. Ключ на 27. Держал один распредвал. Открутил болт на 17. Потом держал второй распредвал. Открутил второй болт тоже на 17. Перед этим я коленвал повернул немножко назад, чтобы убрать везде верхнюю мертвую точку, так как крутим распредвалы, чтобы не попасть по поршням. Теперь берем и снимаем. Ставим новую цепь. Новую цепь установил, установил по тем меткам, по которым мы будем устанавливать. Все. Оба ваноса встали на место. Там штифты направляющие, оба встали в штифты. Сейчас мы их затянем. И вернем назад по меткам, посмотрим совпадение по зубьям. Резьбу на обоих болтах я смазал. Затяжка здесь идет 100 ньютонометров. Поставил 100 ньютонометров. Держим распредвал. И держим второй распредвал. Теперь возвращаем немножко назад. И смотрим наши метки. Новый зуб, метка, и также здесь новый зуб желтый, метка. Все совпадает. Здесь, когда ставил, натяжитель снизу поджимал. Старая цепочка сошла легче, новая вставала тяжелее. Это вот как раз еще показатель того, что цепи были, даже короткие цепи были растянуты. Также меняем вторую цепь. Держим, откручиваем.
Ну вот, поставил цепь. Это у нас звено идет на две риски. Это у нас звено идет на ромбик. Также этих оба болта смазал маслом. Ключ также на 100 ньютонометров. Все, маленькие цепи мы поменяли, теперь берем большую цепь. Большая цепь у нас под номером 13506-31030. Здесь получается одна метка желтая и две оранжевых. Так, и вот хотел показать. Вот отсюда четко видно, точка блестит на шестерне напротив зуба. И также вот эта вот точка, вот она у нас смотрит вот на этот отлив.